Итак, самое доброе утро, 13 декабря, 5 часов утра. Я вышла, подошла в Customer Service. Ну, так как здесь обычно Customer Service или Guest Service Desk, так называемый. Тут всегда стоят очереди, не знаю, как на этом судне, но на MSC всегда были очереди. Плюс к этому я проснулась 4 часа сегодня, как и вчера. Все, спать не хочу. Пойдем гулять по кораблю. Первое впечатление вчера меня так шокировали. Вот эти вот очень низкие потолки. Вот эти коричневые все двери. Вот это все так меня шокировало. Зашла мне как прям как оплюха какая-то была. Ну вот ночь переспала. Вроде как смирилась. Пошли на палубу. Пойдем посмотрим на океан. Да. Hello. Симпатично, да? No. Так, это я на 5-м этаже была, на 6-м этаже у нас Шоппинг Плаза. Тут куча магазинов. Опять же, должна быть куча. Не знаю, какая у вас тут куча. Понятное дело, сейчас все закрыто. Вот они пошли в магазин. Потому что кто будет в 6 утра открываться? Какой дурак. Здесь елочки и метелочки. И так по кругу вот. Магазины. Собственно, и все. Белый рояль. Вот у нас ресторан. Прованс Данинрум. Вот так вот он выглядит. Я приду сюда сегодня на завтрак, на обед и на ужин. Потому что мне... Посмотрим, что, чем тут кормят. Потому что мне не понравился буфет вчера вообще. От слова вообще. Такой жиденький какой-то стол. Вести Лаудер. Пошли выше. Что там у нас сверху на 7-м этаже? Ай, где мои бриллиантовые лестницы? Променадек. И пошли. Тудым. И вот оттуда выйдем. И сюда. Где-то здесь есть казино. Казино работает. По-моему, с 10 утра. До скольки, не знаю. Хоть бы написали, кто что. Стоит дяденька такой. Крымские горы. Фил бар. Здесь встречи каждый день несколько раз встречи. Тут какие-то розыгрыши идут. Тут какие-то лото играют. Тут сегодня будет встреча сингл Travelers. Я сингл. Потому что я путешествую одна в 5:30, с 5:30 до 6. А с 6 до 6:45 здесь будут встречаться группа, ну не группы, ЛГБТ. Те, кто, ну, короче говоря, гей. Мне, чтобы сюда не забрести в это время, а то меня примут за свою. Я не против геев совершенно, но я не хочу, чтобы ко мне приставали или думали на меня, что я там какая-то гейка.
театр. Я вчера до театра не дошла, потому что я вчера легла спать очень рано. Я просто ухайдокалась вчера. Ну, во-первых, я встала в 4. Потом я изнервничалась, пока ждала этот Uber. Поздно слишком вызвала. Мы доехали прям вот тютелька в тютельку приехали, автобуса еще и не было. Вот такой большой театр. Каждый день представление. Что-то вчера было, не знаю, не пошла. Я вчера завалилась, часов 8 я уже спала. Не пошла ни в ресторан, никуда. Вот оно, что здесь. Шоу Билл. Что за шоу Билл, не знаю. Так, Эд Си. Второй день. Декабрь 13. Экскурсион. Dining Reservation. Не надо. My Events. Нет, этого ничего нет. Можно протянуть, посмотреть. День настал. Зумба. Вот оно все. Вот они все вот эти вот. В 7 утра. Апс класс. Потом зумба. Потом этот фильм там над бассейном. King Cruise Lottery. Afternoon Tea собираются. Вот уже 36 гостей записались. Люди собираются, там о чем-то болтают на этом, знакомятся. Вот она ЛГБТ. Вот она. Get Together. И... А где ж первая? Одинокие-то путешественники. Что, у нас нету? Лотерея опять. Пиано. Ну, короче говоря. Все, я немножко успокоилась. Прям меня вчера прям трусило с этого корабля. Сегодня я уже как бы... Мне полегче стало. Слава Богу. Все. А, я оттуда шла. Теперь пошли сюда. Да. Медальон нет. Нет, нет, нет. Еще один вход в театр. Это у нас... Это тот же самый бар. Да, я с той стороны входила. Да. Тот же самый бар. А, все. Пошли на улицу. Ой, как тепло. Как хорошо. Прям хорошо, хорошо. Итак, это 6-й этаж. Пойдем далее. Пошли просто походим по палубе. Ножки разомнем, правильно? И лодочки такие скромненькие, спасательные. А какие были громадные лодки? Спасательные на том корабле. Это непонятно что. Island Princess.